Добрый день, семья. В год семьи предприниматели решили поговорить о семейном деле. Форум «Мой бизнес, моя ДНК» впервые провели в Алтайском крае в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Основная идея мероприятия, организованного центром «Мой бизнес» – сохранение семейных ценностей, поддержание взаимосвязи и партнерства через призму ведения фамильного дела. А также продемонстрировать не только похожесть, но и отличие подходов к ведению бизнеса. На региональной сессии представители власти и предпринимательского сообщества поговорили об уникальности семейного дела и о мерах его поддержки. А приглашенные эксперты, среди которых были бизнес-психолог Андрей Заостровский, основатели текстильной компании Red Matter Наталья Машинистова и Александр Вепрев, а также потомок крупнейшей купеческой династии Дмитрий Абрикосов, который и сейчас продолжает дело своих предков, руководит известным кондитерским концерном «Бабаевский». Делились опытом, как развивать следующее поколение владельцев и почему предпринимательство – это всегда про изменение мира вокруг себя. А хедлайнером форума выступил Дмитрий Гриц, адвокат и эксперт по построению бизнес-партнерства. Он рассказал о юридических аспектах ведения семейного бизнеса и на примерах из практики разобрал наиболее частые конфликты и пути их решения. А завершился форум созданием арт-объекта, который должен напоминать о нерушимой связи поколений. Дмитрий Дроздов, «День с толком».